ты что, ты преступник? Это вот, вот сейчас вот этот, который взорвал вот там в Волгограде, вот сейчас его поймают, посадят. Будут, он там отдохнет, как на курорте в этой тюрьме, отдохнет, поправит силы, а потом опять его выпускают, и он опять херней занимает. А у нас особистов каких-то ищут, этих, это, говорит, все церкви делают, это все это делают, это все мозги затуманивают людям, да нифига. Вот у нас вот школа вот затуманивает, эта школа. У нас программа должна... Человек должен своими мозгами сам думать, а не от кого-то вот это, от этого дерьма слушать. Это уже все старье. Человек родился, он своими мозгами сам должен развиваться, своими мозгами. А вот, а кто его учит в школе, это уже старое отребье его учит, со своими старыми законами, отребьями слушает. И вот у нас получается в итоге, что, дребедень будет. А если он с чистыми мозгами сам будет соображать и так далее, надо вот такие школы создавать, чтобы он сам соображал, сам все, а не давать ему вот, вот, ты выполняй то, ты выполняй это, вот тебе учебник, на, а вот тебе вот на, вот только по этому учебнику учи, вот тебе это, и вот так заставляют. А раньше еще на горох заставляли коленками садиться, это вообще издевательство, да, вот как учили раньше. И час тоже. Беспредел кругом. А вот я нормально. У меня мозг дает мне, вот, природа дает мозг. У меня чистый совершенно мозг. Вот, надо природу будете уважать, и у вас чистые мозги будут. И не будут этих взрывов, так далее и тому подобное. А у вас там заевшиеся, деньги не знаете куда девать. Да выждите мне. Я их куда надо. Туда я дам, только по нормальному течению они у меня поплывут, эти деньги, а не как у других. Уже делать нечего, в ресторанах кидаются, уже не знают, там взрывают, все, что попало, уничтожают, уже не знают, бесит. Вот это все деньги делают, это деньги, взрывы, теракт, так далее и тому подобное, всю пакость, это деньги, грязные деньги делают. Высылайте мне эти грязные деньги, я их вычищу ключевой водой. И они у меня поплывут по речке, по течению, куда надо. Чисто и хорошо все будет.